Это семья Harpignatus vinator, живущих в обычном пластиковом ведре с гипсом. Там есть камеры и ходы, но муравьям они не нужны. Винаторы обитают прямо на гипсе, хранят свои коконы и другой расплод. Здесь же они и охотятся. Благодаря тому, что выращены эти муравьи с домашней матки, харпигнатосы не боятся ни воздуха, ни света, ни вибраций и в целом чувствуют себя в таком формикарии отлично.